Бобруйск 5 сентября примет мультиформатный патриотический проект «Обелиски великого подвига». В 16 часов возложение цветов к мемориалу «Курган славы» в Сычково. В 17:30 открытие выставки во Дворце искусств, после концерт «Песни нашего круга». Программа посвящена 80-летию освобождения Беларуси и годовщине победы в Великой Отечественной войне. Удачный старт регулярного сезона молодежной хоккейной лиги. Бобруйский «Динамо-Шинник» разгромил «СКА Юниор» из Красногорска со счетом 6-1. Следующая ледяная встреча с этой же командой 5 сентября в 7 вечера. Стоимость билетов от 2 до 10 рублей. Беларусьбанк сообщает о плановой замене банкомата на Социалистической 92. Работы будут проводиться с 11 сентября. В связи с этим денежный автомат временно не будет функционировать. Ориентировочные сроки – 10 дней. 6 сентября в Бобруйске отметят День танкиста. Праздник традиционно пройдет в Первомайском районе у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев в микрорайоне Киселевичи. Гостей ждет насыщенная программа с 15 до 19 часов. Оценить вкус солдатской каши сможет каждый. Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича приглашает на открытие юбилейного 80-го театрального сезона. 13 сентября в 18 часов зрителей ждет премьера музыкальной комедии в двух действиях. «Идиллия» – первое печатное произведение писателя, имя которого носит Бобруйский храм искусства.